С мира по гостю. В Екатеринбург съезжаются тысячи участников выставки «Иннопром». За сутки до открытия полиция перешла на усиленный режим работы. Порядок будут охранять более тысячи полицейских. На самой площадке международного форума сегодня показали, чем удивлять будут. Вероника Новоселова встречала делегации, заглянула в гости к участникам форума и узнала, чего ждать от самой выставки. За несколько минут в Кольцово приземлилось сразу 4 борта из Москвы. На табло международных прилетов сплошь экзотика. Место их встречи изменить нельзя. На «Иннопром» планируют приехать 550 компаний из 70 стран мира. Это рекорд Свердловской выставки. Делегация из Мадагаскара смешалась с туристами из Анапы. «Ведь мы с вами так уральцами похожи», уверяет посол Солнечного острова. Люди знают Мадагаскар только про мультфильм «Мадагаскар». Но сейчас мы пришли для того, чтобы говорить о другом, об Африке. Потому что все время, когда говорит об Африке, то это говорит о бедности, говорит о трудностях. В этом номере на «Иннопром» будут жить наши гости, звездный Фредерик Бекбедер со своей подругой. Это номер категории «Люкс». Здесь кровать самого большого размера, который есть у нас в отеле, и панорамный вид на город. С не меньшим комфортом разместят и других участников международной выставки. В Екатеринбурге не осталось ни одного свободного номера в отелях класса «Люкс». Уже в апреле месяце делегации начали бронировать места в гостиницах и на площадке «Иннопрома». Открытие только завтра, но уже сейчас в павильонах многолюдно, шумно и вкусно пахнет грейпфрутом. Освежили не только воздух. В этом году участники забыли о бумажных декорациях, шагнув в цифровое будущее. Представлять компании будут стенды с 3D-инсталляциями и голограммами. Одни построили карьер, другие помогут выстроить карьеру. Будут организованы туры, специальные туры. На стендах будут находиться специалисты этих компаний, которые будут работать со старшеклассниками, рассказывать, что интересного происходит в этих компаниях. Нам кажется, что это правильная трансформация детского дня, потому что шарики, воздушные пузыри и шарики можно попинать и на главёлке, или во дворе у себя. Кроме образовательного проекта Industry for You, промышленные дизайнеры покажут, как будет выглядеть наше будущее. Компьютерные технологии перенесут в настоящую матрицу. Футуристичное будущее смешается с настоящим. По этим павильонам будут гулять председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, медиагуру Леонид Парфенов, предсказатель будущего от науки, футуролог Рэй Курцвилл и еще несколько десятков выдающихся людей современности. Организаторы «Иннопрома» обещают уникальный индустриальный перформанс. Показан он будет на огромном экране. Правда, вход телекамерам запрещен. Увидеть его можно будет завтра своими глазами, в день открытия. Вероника Новоселова, Антон Лимонов, новости 41-го канала.